Так, что у нас? Склад CTP, да? Женька боится играть в обычный. Я тоже боюсь, я в обычный не играл. Так, это пыталось убрать, да? Check the box, the rest, group random players. Не надо. Play. Все, я play. Да, я тоже. Но первый будет сливной, потому что я не умею играть. Первый у меня всегда позор такой. Да? А у меня обычно наоборот, у меня либо много говна подряд, если там говно, то все, все говно. Либо вот один раз хорошо прям в топчик попал и все, вышел из игры, все отлично. А так, да, я говорю, вчера в домик сел, я угадал, три зоны раза туда, три раза сокращалось, там домик прям... Я сижу, игра просто намертво, за Ctrl Delete не работал, впервые вообще такая херня. Я перезагружаюсь, думаю, сейчас быстренько зайду, там никого нету, вроде тихо. И, блин, меня убили, написано. Даже не знаю, бабки дали, вообще нет. Жалко. Должны были, Жека, каждый. Сорян, перебью. Жека, ты писал, у тебя лагали серваки, что ли, или что у тебя было с лагами? Да просто были лаги, он просто лагает и все, тормозит. Мы с Лехой даже когда играли, вот, лагает. А сейчас? Да у меня... Не знаю, у меня пока что под Battlegrounds, блин. Мне надо у кого-то, да, заценить, потому что мне кажется, у меня на самом начале лагает. По умолчанию, потому что... А вы уже загрузились? А, ну да. Да. Вроде 10 секунд. А у меня теперь чуваки не загрузились. Причем апдейт был игры. И тестового сервака тоже апдейт был. Но вот этих апдейтов никаких здесь я чуть не вижу. То, что на тестовом серваке. То, что вот было еще неделю назад, когда мы в прошлый раз играли. Что-то до сих пор нет. Че, куда летим? Мы с этой стороны летим. Что-то я очкую, короче. Не, ну мы туда не будем шопать, прыгать, я еще пока не расклейкал. Давайте мыл-то завод. Нет, что-то. Я Жене скидывал тогда мне погоню. Можно в Ясную Поляну, там народ будет. Можно найти день тут машину до Северной доехать, ну как варианты. Давай, да, мне нравится до Северной, давай до Северной, туда прыгать. Что-то вам Северный прям нравится, всегда в него. Ну там он, город не в жопе, плюс там, ну, не очень много народу. Это, конечно, не Ясная Поляна, не почти. А, кстати, я один раз летел. А, да, прыгай. Один раз летел, и в большой город какой-то, я не помню, вражок, по-моему, или... Короче, все, видимо... А, или в Георгополе вообще, по-моему. Короче, там один человек только со мной спрыгнул. Видимо, все мыслят вот так иногда, что там много народа и пропускают. Ну, иногда так бывает. Ну, вот Женя так, ну мы вот тогда. Слева вижу челиков, но они, по-моему, вражок летят. Ну, пофиг. У нас сквод. Старский, да? Ну что, зато нам, если мы найдем мотоцикл с люлькой, мы будем как... Да, 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 кстати, да. Быстро закончим. У нас компактно. Быстро закончим. Слушай, я, кажется, вижу мотоцикл. С люлькой? Да, есть... Нет, без. Чё, кто на заправку? Тогда пропускаешь, я не верю. Да ладно. Можно разделиться. Да, сейчас, Никос. Можно за одним, да? Мы уже разделились, короче, вернись. Не, я сейчас подберу одного, довезу, и подберу следующего, еще одного довезу, и все. А у тебя с люлькой, что ли? Нет, обычно. А что-то втроем можно? Да нет, я говорю, ну одного довезу до этого. С люлькой можно втроем, разумеется. А, ты туда хочешь доставку, типа, оформить? Ну типа да, да, ну вы мне потом скиньте, там, оружие. На юный. Ладно. Не, я так добегу, тоже по дороге домики, и зачем их пропускать? Ладно. Ты что, побежишь так, что ли? Давай, я тогда Диман подбираю. Не-не-не, да, меня не надо. Подбирай Лёху, почему Матак вижу впереди. А, Матак видишь? Ну, я просто уже прицел тут двухкратный подобрал, уже как бы... Всё-всё-всё, хорошо-хорошо, давай, продолжай к нам иди. Димка, в зоне там наш, северный. Папа, кто это едет? Ну, считай, вот как раз северный прям... О, блин! Сейчас заснял, сейчас покажу тебе.